Здравствуйте. Прямо в эфире программа «События». Новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главные темы выпуска. Вскрытие покажет, Волга растаяла в середине зимы. Будут ли последствия, узнали у эколога. Неравный бой ведет ледовая дружина. За минувшие сутки более 200 тонн реагентов потратили на борьбу с гололедом в Самаре. Увеличение финансирования, борьба с должниками. Глава региона встретился с руководством «Газпрома». Новый год, новая школа в Новой Самаре. Проверили, как идет стройка. Неизвестные страницы запасной столицы. На «Самара-ГИС» выходит уникальный проект историка Михаила Перепелкина. 12 температурных рекордов, которые были побиты этой аномально теплой зимой, даром не прошли. Волга вскрылась в начале февраля. Такого не помнят ни жители, ни экологи, ни синоптики. Чем это может обернуться для реки и для всех нас? У специалистов поинтересовалась Мария Левина. На этих кадрах одна из самых длинных рек в мире – Волга. Ее протяженность почти 4000 километров. Она проходит через 13 регионов и впадает в Каспийское море. Самара находится на Средней Волге. Николай Чернобровин раньше проживал неподалеку от набережной. Вспоминает, ежегодно в это время переходил реку по льду. Сейчас же все изменилось. Хотелось бы настоящей зимы. Вот. Волга, она всегда хороша, да? А вот зима-то не очень. Красиво, но необычно. Сегодня до правого берега так просто не добраться. Этой зимой в Самаре случилась настоящая весна. Начало февраля, в Волгу хоть корабли запускай. В черте города Волга вскрылась полностью. Лед остался разве что у берега, и тот, что есть, непрочен. Однако опасность провалиться останавливает не всех. Самые смелые выходят на рыбалку. А вы не боитесь провалиться? Нет. А почему? Потому что таким, как я, не помню. Большинство же такой завидной самоуверенностью не обладают и стараются держаться подальше от воды. У берега активно занимаются спортом, скандинавской ходьбой, катаются на лыжах. Причин такого раннего половодья несколько. Сбросы Жигулевской ГЭС и повышение среднегодовой температуры, которая наблюдается в последние 30 лет. И этой зимой это особенно показательно из-за плюсовых дневных температур. Нет поступления холодного воздуха. Все, теплая погода с теплыми фронтами, с теплой воздушной массой приходит с Атлантики. И вот все время, в этот зимний период, у нас погода оттуда идет. Да, климат меняется, у нас по цифрам мы видим, что идет перераспределение осадков между сезонами. Температурный режим в какие-то месяцы больше становится, выше становится, в какие-то месяцы ниже. Самарцам такие сюрпризы от погоды по душе. У природы нет плохой погоды, ребят. Ну, что ж, природа озорует. Приятнее вот смотреть так, когда что-то двигается, чем вот и ветер, и снег. Конечно, это зима на зиму не похожа. Такие природные аномалии не могут остаться без последствий для экологии. И не все из них позитивны. Обмен веществ у рыб, например, при повышении температуры воды ускоряется, что влияет на их рост и развитие. В привычных условиях в это время они должны быть в состоянии покоя. У некоторых видов может наступить ранний нерест. Хотя эксперты уверены, что на глубине реки, где зимуют хладнокровные, вода теплее не станет. Кроме того, чем теплее становится вода в реке, тем она токсичнее, и потому активизируются все химические вещества, которые попадают в Волгу. Глобальное потепление, оно, несомненно, идет. Ну, причины тут можно спорить, антропогенные, природные или сочетание тех и других. Но тенденция роста температуры прослеживается, устойчивая. Так что будет теплеть и дальше. Любое изменение климата, не характерное для сезона, оно всегда влияет на любую экосистему, и на наземную, и на водную. Весна в Самаре не только на Волге, но и по всему городу. Местами прослеживается даже зеленая трава. На деревьях появляются почки. Для растений такое потепление небезопасно. В конце недели синоптики обещают морозы местами до 20 градусов. Растения могут замерзнуть и погибнуть. На следующей неделе в Самаре градусник термометра снова окажется выше 0. Морозной зимы в этом году уже не предвидится, говорят эксперты. Волга замерзнуть не успеет. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Перепады температур привели к тому, что в ближайшее время МЧС в Самаре объявила желтый уровень опасности, на этот раз из-за гололеда. Коммунальщики вооружились реагентами, но и жители не должны расслабляться. Узнали простой секрет, как встать на скользкий путь и не скользить. Улица Победы, раннее утро. Коммунальщики выходят на тропу войны с непогодой. За порядком здесь следит та же организация, что и ремонтировала дорогу. Такое обслуживание по контракту жизненного цикла в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продлится 3 года. Рабочие расчищают снег, посыпают пешеходные дорожки реагентами. Идет образовательная наледи,
подрядчикам усиленные работы по содержанию тротуаров, по обработке тротуаров антигололедными средствами. Порядок наводят по всей Самаре в усиленном режиме. За минувшие сутки на дорогах города работали около 600 единиц спецтехники. Откачали почти 800 кубометров воды, потратили больше 200 тонн бионорда – противогололедного порошка. Темпы работ не снизит и в ночь. Хорошо, что хоть что-то делают, конечно, чтобы не было наледи. Пуск усыпают, реагенты, конечно, чем падать на каждом шагу. На коммунальщиков надеюсь, оно и сам не плашай. Чтобы избежать травм, важно правильно подобрать зимнюю обувь. Сапожник в седьмом поколении Егор Козырев раскрывает секреты, как сделать правильный выбор в магазине. Берем обувь, прижимаем ее к плиточке и видим тот эффект, что мы никуда не двигаемся, она скользит по плитке. И берем резиновую подошву, видим, что я уезжаю. Популярные в интернете лайфхаки, например, наклеить на подошву пластырь, говорит обувной мастер, бесполезны. Зато эффективны так называемые ледоступы – антискользящие подошвы. Их надевают прямо на сапоги. Зима в этом году свой капризный характер менять не намерена. И чтобы не оказаться в травмпункте, к этим советам лучше прислушаться. Мария Левина, Николай Сидоров. События. В Самаре расторгнут контракт с главным врачом поликлиники номер 15. Об этом сообщается в официальной группе Самарской области ВКонтакте. Поводом стал случай, когда заведующий отделением отказал пациенту в направлении на госпитализацию в онкологический центр. Свое решение медик аргументировал тем, что деньги за лечение спишут с их поликлиники. Этот факт привел губернатор Дмитрий Азаров в своем послании к жителям и областным депутатам. Глава региона подчеркнул, что подобные случаи бросают тень на все сообщество самарских медиков. Он поручил Министерству здравоохранения разобраться с вопросом о служебном соответствии и довести до всех остальных порядок финансирования лечения онкологических больных. Человек обратился в наш онкоцентр, ему поставили диагноз – онкология. Для госпитализации ему необходимо было в поликлинике сдать анализы. Это зав. Отделением. Отправил человека, сказал, что мы не можем вам дать это направление, поскольку с нашего лечебного учреждения спишут деньги. Слушайте, это не врач, Михаил Александрович, это бездушный учетчик денежных знаков. Такие усилия тратит государство, деньги такие колоссальные. И вот здесь, где человеку на ранней стадии можно помочь, вот так вот бездушно, к нему относится, и все на смарку. Тем временем в Самарской губернской думе организовали дискуссионную площадку, на которой обсудили методы борьбы с онкологическими заболеваниями, говорили о необходимости модернизировать первичное звено и подготовить высококлассных специалистов. Какие предложения озвучили депутаты, расскажет Анатолий Головко. Самый эффективный способ борьбы с раком – своевременная диагностика. В минувшем году около 1,5 миллиона жителей Самарской области прошли диспансеризацию в специализированных медицинских центрах. Благодаря этому врачам удалось спасти жизни нескольких сотен пациентов. По словам депутатов, с онкологией нужно бороться на ранних стадиях. Для этого необходимо повысить медицинскую грамотность жителей региона. Мы должны на всех уровнях говорить о том, что первое, важна профилактика, и об этом самое главное должны знать наши люди. В первый год реализации национального проекта здравоохранения, который инициировал президент России Владимир Путин, самарские медики выполнили все целевые показатели. Для онкологического диспансера закупили 120 единиц оборудования для лечения и обследования пациентов. Кроме того, для больных приобрели высокотехнологичные иммунологические препараты на 1,2 миллиарда рублей. У людей рак всегда вызывал страх и боязнь обращаться к врачам, и боязнь обращать на себя в первую очередь внимание. И именно благодаря этому проекту у нас есть возможность оказывать медицинскую помощь, ту медицинскую помощь, которая соответствует всем мировым стандартам. В 2020 году региональные онкологические центры продолжат оснащать новым оборудованием, в том числе лучевыми ускорителями и магнитно-резонансными томографами. В самарских вузах должны подготовить молодых, высококвалифицированных специалистов, которые смогут сократить кадровый дефицит в первичном звене. Кроме того, в регионе откроют 3 амбулаторных центра онкологической помощи населению. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.
Финансирование газификации городов и сел региона увеличит в 2 раза. Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Азарова с руководством «Газпрома» и «Газпром Межрегионгаза». Сейчас идет разработка соответствующей программы, которая рассчитана на ближайшие 4 года. Глава 63-го региона отметил важность внедрения современных технологий, в том числе в систему оплаты за потребленный газ. Кроме того, важно обеспечить безопасность использования газового оборудования, ведь основная причина несчастных случаев – забитые дымоходы и отсутствие в них тяги. Отдельное внимание стороны уделили вопросу сокращения просроченной задолженности за поставленный природный газ. По оперативным данным, на 1 января этого года долги потребителей составили почти 2,5 миллиарда рублей, в том числе 500 миллионов – это задолженность теплоснабжающих организаций. Я уверен, что в этом году мы с этой задолженностью справимся по категории промышленности. Ну, либо, извините, в противном случае просто этот потребитель не будет получать природный газ. И мы здесь будем действовать достаточно твердо. Правильно отметили, что «Газпром» всегда связывает расчеты за поставленный газ с социальными программами на территории. И убежден, что в случае нашей такой успешной работы он соответствующим образом откликнется участие в социальных программах на территории Самарской области. Партнерство с «Газпромом» для Самарской области носит стратегический характер. Целый ряд проблем и вопросов, которые на протяжении 3 десятка лет «Газпром» ставил, в том числе по организации с бытовой работы, работы с населением, мы решили в прошлом году. Это был непростой период переходный, но тем не менее то, что договаривались с точки зрения выстраивания стратегического партнерства, мы это решение приняли и реализовали. Еще одну школу построят в Самаре в этом году. Речь идет о поселке Мехзавод, где сейчас активно преображают микрорайон «Новая Самара». Учебное заведение рассчитано на 1200 детей. На каком этапе сейчас строительство, выяснила Лариса Шалафаст. На стройплощадке школы в Новой Самаре все идет по плану. Рабочие трудятся в 2 смены. Возводить здание начали в августе прошлого года. Основной каркас уже готов, а завершить работы должны до конца года. Переходим к следующему этапу выполнения работ. Инженерная сеть. Сейчас активно наращиваем темпы по ведению работ по электроснабжению, электроосвещению, водопровод, канализация, отопление. Вот, и готовимся к сезонным работам. Новая 3-этажная школа сможет вместить до 1200 учеников. К строительству этого объекта особое внимание. Как подчеркнул в своем послании губернатор Дмитрий Азаров, в ближайшие годы регион ждет рост количества школьников, и мест должно хватить всем. Президент дал поручение об увеличении числа школ, строящихся в соответствии с национальным проектом образования, дополнительных школ. Министерство образования уже готовит дополнительную заявку на участие в проекте. При этом важно учесть не только нынешнюю потребность, но и фактор демографических волн. Возможность переоборудования школ под детские сады и наоборот. Всего в этом году будут строить сразу 3 школы в поселке Мехзавод, в селе Тимофеевка Ставропольского района и на 5-й просеке в Самаре. Также предстоит завершить работы и обеспечить ввод новой общеобразовательной школы в селе Приволжье. Лариса Шалафаст, события. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области грузовой поезд снес машину с людьми. В ЧП пострадало 2 человека. Инцидент произошел на переезде 1051 километр участка дороги Кинель-Безенчук. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, сообщают в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. ДТП никак не повлияло на график движения пассажирских поездов. Самарский Роспотребнадзор проверит законность взимания комиссии при оплате за тепло. Новая статья расходов появилась с января. Она называется «Комиссионное вознаграждение», в связи с чем в региональной Минэнерго и ЖКХ участились обращения жителей. Между тем, в соответствии с законодательством, ресурсоснабжающая организация должна обеспечить возможность потребителю платить за ЖКХ без доп. Комиссий. Ведомство обратилось в Роспотребнадзор с просьбой проверить
оплатить указанные комиссионные сборы. По итогам аудита информацию доведут до населения. Территорию педауниверситета на Антонова-Овсеенко застраивать не будут. Наоборот, заявляет руководство вуза, сейчас там восстанавливают пруд сухой. Информация о каком-либо капитальном строительстве не имеет под собой реальной основы. Тревогу по поводу застройки территории возле педауниверситета подняли местные жители в Твиттере. Они заметили, что еще в декабре прошлого года там, где находится пруд сухой, начали вырубать деревья. Также самарцев смутил бульдозер со щебнем. За взятку в 200 тысяч рублей задержали директора училища в Самарской области. Спецоперация проходила в Кинельском районе в селе Домашко. По предварительным данным, руководитель учебного заведения потребовал 200 тысяч рублей от директора подрядной организации. Последняя выполняла капремонт здания по госконтракту за счет субсидий от регионального министерства сельского хозяйства, рассказали в областном полицейском главке. Сейчас по материалам оперативников в Следственном комитете возбудили уголовное дело «Получение взятки». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет. В Самарской области хакеры за полчаса украли несколько миллионов рублей у фирмы. Злоумышленники получили доступ ко всем финансовым данным, в частности, к расчетному счету. На электронный адрес одного из региональных предприятий пришло письмо, однако оно оказалось вирусным. После того, как письмо было открыто, компьютер стал переустанавливать программное обеспечение. Это длилось около получаса, а когда компьютер включился, то на рабочем столе не оказалось ни одного документа, рассказали потерпевшие. В итоге хакеры оформили кредит на сумму в несколько миллионов рублей от имени фирмы и все деньги перевели неизвестным физлицам в Пермь. Сейчас в банке рассматривают заявление о хищении средств. Полиция начала проверку. Поддержать Синарон и региональное отделение партии «Единая Россия» призывает всех жителей области высказаться за присвоение Самаре федерального звания «Город трудовой доблести и славы». Инициативу о присвоении российским городам этого звания выдвинул президент России Владимир Путин. Самара, Куйбышев имеет большое основание получить это звание, чем какой-либо другой регион. В годы Великой Отечественной войны городу был присвоен статус запасной столицы. В Куйбышеве размещались иностранные дипломатические миссии. 7 ноября состоялся военный парад, который повлиял на решение государства не вступать войну на стороне фашистской Германии. Здесь, на берегу Волги, началась разработка нефтяных месторождений для обеспечения Красной армии топливом. В городе было собрано около 40 тысяч штурмовиков Ил-2, а каждый пятый снаряд для всех родов войск был изготовлен в Чапаевске. Более 500 тысяч жителей области ушли на фронт. 215 человек удостоены звания Герой Советского Союза. 46 воинов стали полными кавалерами Ордена Славы. Запасная столица страны действительно заслужила это звание. И мы должны сегодня с опорой на общественные институты Самарской области реализовать это право, чтобы Самарская область, город Самара, город Куйбышев стала одним из первых, кто сможет получить это почетное звание. Я уверен, что при широкой поддержке жителей нашего региона у нас все получится. Неизвестные страницы запасной столицы. На телеканале «Самара ГИС» выходит новый еженедельный проект самарского историка Михаила Перепелкина. Чему будет посвящен первый выпуск программы, расскажет Лариса Шалафаст. Куйбышев 1941 года. Чем жил город и каким его увидели эвакуированные дипломаты? Ответы на эти вопросы знает историк Михаил Перепелкин. Он приглашает самарцев вместе открыть неизвестные страницы истории. Сразу же по прибытии в Куйбышев 21 октября посол Великобритании сделал в своем дневнике следующую запись. «Прошлой ночью я видел Вышинского и понял, что нас, может быть, и нехотя, но обвели вокруг пальца. Ситуация чрезвычайно серьезная». Первый выпуск нового проекта телеканала «Самара ГИС. Неизвестные страницы истории» посвящен эвакуации дипломатического корпуса. Какие посольства были эвакуированы в Куйбышев в годы войны? В каких домах разместились и что думали иностранцы о городе? Об этом и не только в первом выпуске. Сотрудников посольства привезли вот в этот старинный особняк, который был совсем пустым. В комнатах стояло только около 20 железных кроватей, которые остались от больницы или от детского сада, размещавшихся в этом доме ранее. Устраивались как могли, покупая мебель, где придется.
Но позже, разговаривая с другими дипломатами, шведы выяснили, что им достался самый лучший из особняков. Первая программа из цикла «Неизвестной страницы истории» выйдет в эфир уже завтра, 6 февраля, сразу после выпуска программы «События» в 19:30. Лариса Шалафаст, «События». В Самаре прошел концерт «И в памяти, и в сердце Сталинград», посвященный 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в одном из решающих сражений Второй мировой. А тех, кто выжил и не забыл те дни, Елена Малютина. Самая дорогая военная награда для Сергея Сергеевича Алехина за оборону Сталинграда. В 16 лет он ушел на фронт добровольцем. В 43-м году участвовал в кровопролитных боях под Сталинградом. Тогда молодому бойцу пришлось воевать в пехоте, где выжить было труднее всего. То страшное время он не может забыть до сих пор. До начала концерта, посвященного 77-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Сергей Сергеевич рассказал о героизме солдат. Вот когда я услышу, концерт дают, песни военные, у меня невольно, я не хочу, у меня невольно идет слеза. Под Сталинградом полегло почти 1,5 миллиона наших людей. Такое же количество примерно и со стороны немецко-фашистских захватчиков. Я хочу сказать, что вот это вот бои, которые шли, понимаете, оно чуть ли не по трупам ходили. Слава Богу, разгромили. Военные песни и стихи, концерт «Ты в памяти и в сердце Сталинград» длился около часа. Сюда пришли ветераны и школьники. Молодые люди признаются, знакомство с героями Великой Отечественной войны для них важно и почетно. В Самаре регулярно проходят патриотические акции, чтобы поддерживать связь поколений. В этом году Россия будет праздновать юбилей 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В Самаре планируют масштабное торжество. Елена Малютина, Максим Гусев. События. Нокаут – это в виде спорта дело обычное, ведь в ходу в основном удар ногами в любую часть тела. В Самаре прошел межрегиональный турнир по тайскому боксу. Как устоять на ногах, да еще и победить, расскажет Сергей Кизоркин. 20 секунд в первом раунде хватило Анастасии Христиковой, чтобы победить. Тайский боксер рассказала, она не любит задерживаться долго на ринге. Учеба в школе и тренировки на первом месте. Медали – это всего лишь результат кропотливого труда. От меня девочки получают хай-кик в голову, и мой коронный удар – это лоу-кик. Я бью лоу-кик, и когда бью так, то что сильно, и их ноги, они падают, они сами падают. Первенство спортклуба «Пересвет» проходит не первый год. На этот раз за медали сражались больше 1,5 сотни тайских боксеров из 17 клубов. Это бойцы не только из Самары и региона, но и соседних областей – Оренбуржья, Ульяновской и Татарстана. А начиналось все с небольшого турнира. Он вообще затевался как дворовый турнир. Вот, это для местных клубов самарских. Вот. Но поскольку он оказался очень популярным, очень востребованным, очень таким семейным, вот, он уже на втором этапе собрал в два раза больше участников. То есть если на первом этапе мы насчитывали порядка 49 человек, то на втором уже было 93. На ринг выходили и мальчишки, и девчонки с 6 лет. На разогреве публики. Кульминацией спортивного праздника стали поединки мужчин. Новшество мы начали в Самарском регионе активно развивать разноклассовку, так сказать, бойцов. Это уровень бойцов, то есть класса С – новички, класс Б – те, кто уже набрали небольшой опыт, и класс А – кто достаточно хорошо и часто выступает. Пока кубок выигрывает клуб «Пересвет», но организаторы турнира надеются, что эта традиция когда-нибудь прекратится и гран-при будет, как и положено, переходящим призом. А значит, поединки станут еще интереснее, а претендентов на первое место станет еще больше. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на YouTube. Удачи вам, увидимся.